Дэвид Дэдлингрес, американский писатель-фантаст в жанре фэнтези. Биография. Родился 7 июля 1931 года в Спокане, штат Вашингтон. Рос недалеко от Сиэтла. Окончил со степенью бакалавра Рид Колледж в 1954 году. Получил степень магистра от Университета Вашингтона в 1961 году. Он написал роман для диссертации в Рид Колледж. До призыва в армию США работал клерком в Боинге, преподавал английский в колледже, служил в армии. В конце концов, нашел свое призвание в качестве писателя. Первая проба пера – детективный роман «Жаркая погоня». Позже, начиная с 1982, переквалифицировался в писателя фэнтезийных сериалов. На волне неспадающей популярности сериальной фэнтези романы Динкса нашли своих поклонников, так же, как и романы Раймонда Фейста, Терри Брукса и Терри Гудкайнда. Всего выпустил 27 романов. В 1962 женился на Джудит Лишаль. Дэдлингрес признал, что жена помогала ему при написании всех его книг. Из середины 1990-х Дэдлингрес значится соавтором. Она умерла в 2007 после нескольких инфарктов. Сериал «Эления» был впервые опубликован на русском языке в 1994-1995 году издательством «Библиополис». «Малореон» выходил в издательстве «Центр Полиграф», а «Белгариат» и «Тамули» выходили в издательстве «Азбука». 2 июня 2009 года писатель скончался в своем доме в Карсон-Сити. Библиография. Хроники. Линия. Алмазный трон. The Diamond Throne. Рубиновый рыцарь. The Robinet. Сапфирная роза. The Sapphire Rose. Тамули. Огненная купола. Domes of Fire. Сияющая цитадель. The Shining Cones. Потаенный город. The Hidden City. Летописи Белгариада. Обретение. Чудо. Пону. В профессии. Владычица магии. Квину. В сорсерии. В поисках камня. Магишанс Гамп. Обитель чародеев. Castle of Wizardry. А последняя игра. Enchanters and Game. Малореон. Часовые Запада. Guardians of the West. Властелин Мургов. King of the Mergas. Повелитель демонов из Каранды. Демон Лорд of Каранда. Колдунья из Даршивы. Sorceress of Даршива. Кельтская пророчица. The Series of Келель. В той же вселенной. Белгород. Волшебник. Белгород. The Sorcerer. Полгора. Волшебница. Полгора. The Sorceress. Ривский кодекс. The Revan Codex. Мечтатели. В соавторстве с Лия Дэдлингрес. Старшие боги. The Elder Goddess. Сокровенная цитадель. The Treasured One. Хрустальное ущелье. Кристалл Гордж. Младшие боги. The Younger Goddess. Вне циклов вор и книга демона. The Redemption of Altaus. В соавторстве с Лия Дэдлингрес. Нефантастические произведения. Высокая охота. High Hunt. Неудачники. The Lazers. Песни Регины. Регина Сунг. В соавторстве с Лия Дэдлингрес.